Всем привет, с вами Ташинян, и я честно, блядь, звук, вау. Сразу скажу, все, кто решил, что Майнкрафта не будет на моем канале, то они ошибаются. Я пыталась раз так, наверное, 5 записать Майнкрафт, и что зашло в итоге не так? То у меня заканчивалась память, то не было звука, то видео было в негативе. Да, были даже просто ошибка записи, и оно удалялось. Это, знаете ли, очень грустно, я не знаю, что делать. Я записывала разные видео, сервера, карты всякие, летсплеи даже были, но в итоге ничего, это вы не понимали. Кстати, вы помните те квадратики, наверное, их некоторые заметили, возможно, даже все. Мелкие квадратики, или как это там называть, были на экране. Я не знаю, откуда они. Не знаю, возможно, это была какая-то нагрузка, или два приложения Minecraft и то, через которое я снимала, были как бы контактировали или что-то подобное. Я даже не знаю. Ну, это как бы, знаете, было слишком странно. Наблюдать видео, когда ты снял его, отредактировал. И этого всего не замечал. Это странно. Кстати, раз зашла тема приложения, так скажу сразу. А всех, кого интересует, через что я редактирую, рисую и снимаю, то в принципе я прямо сейчас скажу название. Редактирую через Do Recorder и снимаю через него, но при этом сейчас я вот звук добавила с помощью Filmmaster, который видно в правом верхнем углу. Да. Дальше, что бы еще мне сказать? Рисую я через EBS Paint. Ну а еще было как бы превью. Вы, наверное, некоторые заметили, что я превьюшки как-то обрабатываю. Да, слабо, знаю. Но это вообще ничего. Да, я их обрабатываю в фотостудии. Фотостудия Pro. Все названия я, скорее всего, вывешу на самом экране, если не забуду. Да, ну что ж, да. И, кстати, я заметила, что некоторые пишут в комментариях, что типа я рисую красиво, но где вы это увидели? Я не понимаю, у меня нет анатомии и даже кривой стиль. Но я не знаю. Ну не знаю, честно говоря, вот все, что мне нравится из моего стиля, это вот эта небольшая 3D-шность. И глаза, вот особенно мне нравятся глаза. Я люблю рисовать.